Камбарский речной порт в Удмуртии. Профессия крановщика одна из самых заметных и нужных. Ведь круглосуточно работают десятки кранов. Все это и привело сюда инженеров-конструкторов Владимира Алексеевича Ступникова и Владимира Алексеевича Кутина. Они заканчивают здесь отладку принципиально нового портального крана. Крана без крановщика. Нелегкие обязанности крановщика выполняет теперь автоматическая система управления. По заданной программе экспериментальный образец перебрасывает сыпучие грузы. Уже ясно, что у него немало достоинств. Изготовлен он по заказу Министерства речного флота СССР.